только то, что физическое тело его или духа может иметь и страх, и премудрость. На протяжении 14-20 веков сложился потерять троица Сергиевой Лавры, который входит в политические пути художника. Ученый человек вела должен себе произвести и совершенный свитер. Как писал святитель в Турции в указании жизни Царского Небеса. Она действительно была. Ну что сейчас сказать, через буду у вас там проезжать буду. Ты сейчас где? После трехчасового пути нас пригласили на трапезу. Ну мы сейчас все равно еще раз будем садиться, потому что там маленький вот есть, сейчас кушайте. Кушайте. Радушно нас принимает отец Дмитрий со своими прихожанами. Деревня Анга. Ну так дома зайдете, посмотрите, как углы рублены, как сейчас,
это вот как раньше рубили. И также у нас, наша церковь рубится. Это дерево цельнокройное. Это лафет и цельнокройное дерево. А что, полка там высоко, да? Довольно высоко. Да. Высоко, да? Это потому что это поставили. Для изоляции делали бересту. Знатокам задавали вопрос, я думаю, я-то знаю. Они говорят, а я думаю, а вот для изоляции. На столбах, соль. На стол. Ложили бересту. Рубероида не было еще. Здесь печка есть. Печка не топится. Нет, печку сделали бы как бы для макета. Я думаю, что или на улице, или в храме. Ну, здесь, в храме здесь, много места. Здесь холоднее, чем на улице. Да. Здесь холоднее, чем на улице. Сейчас мы здесь посмотрим. Посмотрите. Здесь на палате, на печке, грудничковых детей к ним, а так, все подростковые... Сейчас все зайдем, вы расскажете, ладно, пусть все зайдут. Заходите все, заходите. Елочку. Потому что вверху тепло, одеяло не надо, ничего. Дети так. Это дом-музей наш освещен. Вот владыка Вадим осветил. Он здесь был. Вадим-то? Он несколько раз. Вот он не вот в этом храме он уже отслужил. Это службу провел владыка Вадим. Можно пройти, можно. Иконы все старинные, да? Все старинные. Это нам в дар принесли. Ага. Часть экспонатов нам предоставила школа. Часть мы у населения собрали. Вот у печки стоит у меня этот котел. Для чего? Вот это? Кувшин для... Раньше не было, квашню стряпать надо, эту печку стопили, а вечером приедут, надо снова готовить. Достают уголечки, пожалуйста, утюг, тефаль, самовары. А вот тяжелый он, все готовы воду, вот он специально для углей. Чтобы сохранить огонь. А это, ну, как вот... Исполняй.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Сыну и Святому Духу, непресной, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи нашего и попроси беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши и не Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иди на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, Боже мой, оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Я по Твоей славе и силой слава, Твои сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Бог Господь, явися нам благословен, гряды во имя Господа, Господи, яко благ, яко милость Его. Обышедшим вы тоже ненавидим, Господню противляемся им. Трудно жив будут повем дела Господня, камень Боже не пригоже зиждущийся и бысь во главу угла, а Господа бысь, все сей есть дивино чесек наших. Благословен гряды во имя Господне, светильничество пресветлый, озари его лучами добротой страну сию. Исцелим на гневе притекающей красы Твоей с верою, Бога прославивай, молимся святителю чинокетие, ограждай молитвами Твоими, грасец и бед и печали. Церкви пресветлый, озари лучами доброта и страну сию, исцелим на гневе притекающей красы Твоей с верою, Бога прославивай, молимся святителю чинокетие, ограждай молитвами Твоими, грасец и бед и печали. Скорому помощнику и молитвеннику о душах наших.
Господи, паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенне. Уставаю, оздоровлю, премудрости, поучение сердца моего разума. Уста моя возглаголят премудрость и сердце моего разума. Господу помолимся. Если Боже наш, и во святых почиваешь, и Тебе славу восславим, Отцу и Сыну и Святому Духу, и непресно и во веки веков. Всякое дыхание дохвалит Господа. Всякое дыхание дохвалит Господа. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его в утверждении силы Его. Дыхание дохвалит Господа. И восподобитесь нам слышанию Святого Евангелия Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим Святого Евангелия. Мир Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Он мил. Ищи Господь, все пришедшим к Нему иудеям, а заесим дверь, мною ащи кто внидет спасется, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет. Тать не приходит, разве да украдет и убьет, и погубит, а спредок за живот к ему, и лиши ему, а зъесим пастырь добрый, душу свою полагает за овцы, а наемник их же несть пастырь, ему же несут овцы своя, видит волка грядущая, и оставляет овцы, и бегает, и волк разгитит их, и распудит овцы, а наемник бежит, яко наемник есть, и не родит овца. Возвесим пастырь добрый, и знаю моя, и знаю тмя моя, яко же знает мя отец, я знаю отца, и душу мою полагаю за овцы, и ины овцы имам, я же несу тебя двора сего, и ты не подавай привести, и глаз мой услышат, и будет едино стадо, и един пастырь. Yeah.
Да,
Благословляются и освящаются иконы сия, окроплены воды сия священные, благодати Пресвятаго Духа. Во имя Отца и Сына Святаго Духа. Аминь. Благословляются и освящаются иконы сия, окроплены воды сия священные, благодати Пресвятаго Духа. Во имя Отца и Сына Святаго Духа. Аминь. Благословляются и освящаются иконы сия, благодати Пресвятаго Духа, окроплены воды сия священные, во имя Отца и Сына Святаго Духа. Аминь. Верим еще один, верим еще один, святите Отче наш Иннокентие, ищем святую память твою, ты его молишь за нас. Простенькая, но вот родители очень накентие. Пусть у вашего прихода. Спасибо всем, спасибо большое. Так что пришел ваш приход к нам в гости. Ваш приход ждем к вам в гости. Хорошо, обязательно. Вот здесь лагерем разобьемся и храм достроим. Понял, да? Так и сделаем. Сейчас
Фотографии не подписывать, они сразу скажут, вот мироточные иконы. Ну что ж вы так неаккуратно? Так, еще. Вот это вот беленькое возьми, вот с ней самое рекордное. Батюшка, его на трамплине надо поймать, вот когда он сейчас подлетит. Подальше, отходи, отходи наоборот. Ha 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 ha!
Нормально, нормально. О, классно. Ну, наверное, хватит. Вот это, вот это горка. Все живы, надо прикрутить. Все. Пойдем еще. Когда еще при этом? Сюда, я думаю, нельзя. Хорошо. Ты чё? Нет, вот этот лучший голубой, вот этот белый. Все довольны. Все, все. О, сейчас будет рекорд. Ого, качуга. Примерно как этот мост, она шириной. Одним остатки старого пантонного моста. Сетрова, она уже будет судоходной. Около Якутска она уже будет несколько километров. А сейчас это небольшой поток, скованный льдом. Не больше 100 метров. Потом она вберет в себя Амгу, Алдан.